Из цикла «Даосские зарисовки». Увэй и подруга. В одном лесу, от просеки левее, стоит изба отшельника Увэя. И в ней Увэй с десяток лет дичал, пока не смастерил подругу из мочал. Подруга вышла жуть как хороша, что интересно, в ней была душа. Душа томилась в обществе Увэя, мочалка плакала от скуки соловея. По случаю медведь шел в местный паб и вырвал мученицу из увейских цепких лап. Мочалку утащил в свою берлогу, чтоб самому зимой сосать не приходилось ногу. Мораль. Мочалка даже стала леди. А беспонтовость хуже, чем медведи.